Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Уголовное дело заведено в Кировской области из-за нарушений в органах соцзащиты Кирова. Об этом во время еженедельного совещания в правительстве сообщил губернатор Александр Соколов. Проверка была проведена в клиентском отделе городского управления соцзащиты населения. Подробности в интересах следствия губернатор разглашать не стал. Цитирую. «Но факты просто поражают своей наглостью и цинизмом. Чиновники работают там по 30 лет. Свою работу превратили в незаконный бизнес, чтобы складывать деньги в карман», рассказал Соколов. Министру соцразвития Ольге Шулятьевой объявлен выговор из-за недостаточного контроля за системой. Во всех органах соцзащиты в районах области пройдут проверки. Стол за 166 тысяч рублей закупает администрация Кирово-Чепецка. Информация появилась на сайте госзакупок. За один стол из ЛДСП со столешницей, из МДФ и тумбой чиновники готовы заплатить из бюджета 166 610 рублей. Информацию нашли и опубликовали журналисты портала Чепец.ру, добавив, что чиновники, по всей видимости, считают, что чем дороже стол, тем продуктивнее. В эфире «Экономика». За 6 миллионов рублей приведут в порядок фасад здания областного правительства. Преображен будет корпус номер 1, где работает губернатор. Там уже установили строительные леса и вагончик для рабочих. Конкурс на поиск подрядчика проведен. Обойдется ремонт, как стало известно, в 6 миллионов рублей. Сдать работы должны к 26 мая. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».